Друзья, сегодня мы приготовим очень вкусный, нежный яблочный пирог, который в семье мы называем белый налив. Давайте приступим. Десяток яблок я почищу и нарежу на дольки. В сковородку насыпаю 1 стакан сахара и разогреваю. При этом я сахар постоянно помешиваю, не отхожу от него. Сахар вот растворился, приобрел цвет карамели. Добавляем сливочного масла 50 граммов и растопим его. Масло растопилось, я добавляю яблочки. Буду тушить минут 5. Яблоки у меня сорт летний, мягкие. Если твердые сорта, то минут 10, наверное, нужно будет. Пока яблочки наши тушатся, мы у 5 яиц отделяем белки от желтков. Белки пока откладываем в сторону. К желткам добавляем 2 столовые ложки сахара. Перемешиваем. Сюда же добавляем 150 граммов размягченного сливочного масла. Опять перемешиваем. И добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. Вот тесто наше готово. Видите, оно мягенькое, но не забитое такое. Мягкое тесто. Теперь мы его отправим вот так прямо в мисочке в холодильник. Ушло у меня 2,5 стакана вот таких 200-граммовых муки. К белкам добавляем сахар постепенно и взбиваем. Все, друзья, белки готовы. Вот видите, до состояния таких мягких пиков мы их взбивали. Вот видите, для 5 желтков я взяла 1 стакан 200-граммовый сахара. Я подсушила 1 стакан грецких орехов. Теперь измельчу. Тесто выкладываю в сковородку, смазанную сливочным маслом. И вот так распределяю по сковороде наше тесто. Все, друзья, тесто мы распределили. Краешки вот так заровняли ложечкой. Теперь будем сюда выкладывать наши яблочки, которые у нас протушились. Вот такие. И также распределяем по дну. Они у нас получились как мармелад. Все, яблочки мы распределили. Друзья, у кого есть в данный момент белый налив, потому что сейчас сезон, обязательно приготовьте такой пирог. Ароматный, другие яблочки не так пахнут. К белкам мы добавляем орешки, тоже порциями, и аккуратненько размешиваем. И выкладываем нашу белковую массу вот на яблочную массу аккуратненько. Вот так ложечкой. Все, друзья, мы распределили нашу белковую массу вот так. И отправляем в духовочку, разогретую до 180 градусов. 180 градусов, режим вверх-вниз и конвекция. Через 15 минут убавляем температуру до 150 градусов. Наш пирог в духовке час и 10 минут при 150 градусов. Выключаем духовочку и сейчас остынет, будем пробовать. Разрезаем. И сейчас попробуем. Покажу вам в разрезе, смотрите. Нижний слой песочное тесто, затем яблочки и безе. Ну, почему ему быть невкусным? И вот так будем пробовать, как Иван Афанасьевич. А ну, как я попробую, посмотрю. Все. Это я так пробую? Да.
Больше пробовать не буду. Друзья, очень вкусный, нежный, тает во рту. Так что обязательно приготовьте к чаю такой тортик, который называется «Белый налив». Очень вкусно. Забыла попрощаться даже, хотела уже чаем запивать. До свидания, друзья. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. Пеките такой тортик. Ой, не тортик, а пирог. Всего хорошего. Пока.